Geralt of Rivia, The Witcher. Я приветствую всех и каждого, с вами Бади. Мы продолжаем сопливое и гнусавое прохождение Ведьмака под номером 3. Мы с вами в прошлой серии довольно-таки неплохо поработали с инвентарем. И вы знаете, у меня есть такое желание, наверное, в ущерб статистике, я имею в виду по показателям полезности, да? Одеть все-таки штаны кота. Ну, как-то они лучше выглядят, согласитесь? Хотя эти лучше по показателям. Ладно, давай пожертвуем все-таки статы и в угоду красивому и сногсшибательному виду Геральта. Осталось одеть на него еще и перчатки. И тогда будет вообще красавчик, честное слово. Так, мы с вами имеем место быть в Новиграде. И единственное здание, которое у нас осталось на текущий момент, ну я имею в виду, которое я хотел бы выполнить и которое логично было бы выполнить, поэтому пали, занимаемся лютиком и засада. Поехали. Все остальное мы сами выполнили. Осталось еще пару-тройку ведьмачьих заказов, но они мне не по уровню. Сокровища они мне тоже не по уровню. Ну и все. Остальное только уже на Скеллигена, но пока ехать мне туда не хочется. Пока не закончу и на Велине игра меня не отправит на Скеллиг. А там у нас еще, я посмотрел карту, довольно-таки много чем можно заняться. На Скеллиге, во-первых, там вообще не початый край работы, не исследованная локация. Но она поменьше, чем Вильна, я посмотрел. Но в любом случае, ее исследование тоже займет у нас какое-то время. Так что я уж думаю, за сотку там в Ведьмаке, я имею в виду за сотку серий, уйдем точно. Поехали. Мы сейчас идем к Золтану в засаду. Как вы помните, мы долго к этому шли, искали Дуду. Доплера, который превратится в Менги. И все в таком роде. Так, давайте немножко по-другому поставим нашу снарягу. Поставим сюда еще и вот эти бомбы. Все, наверное. Мне нравится вид Геральта. Он стал выглядеть как нормальный ведьмак, а не как какой-то парачушка. Я вижу, все готово. Точно. Как только они покажутся, перережем им путь, хоть бы они целый отряд вызвали. Знаешь, я вообще думаю, хороший это план. И охотно тебе помогу. И не то, чтобы мне не хотелось намолотить этих долбочестивцев хоть сколько-то. Просто я не понимаю, почему, раз уж у нас был Доплер, мы ему не велели просто освободить людей. Это было бы слишком подозрительно. Менги исчезает, а потом возвращается со шрамом на лице и приказывает освободить Лютика. Ну, может, ты и прав. Присцилла? Что ты здесь делаешь? Какой-то мальчишка принес записку от Дуду. Конвой отправится на рассвете. Можно я останусь с вами? Я не могу дома сидеть. Я так за Лютика беспокоюсь. Не боись, отобьем твоего хахаля. С нами лучше не балуй, лишь бы цел остался... Мозг. Ох, сука, я бы в рифму сказал, Геральт. Да предами не положено. Возвращайся в город. Пожалуйста, я же не буду вам мешать. Ох, Геральт, оставь ты ее в покое. Уступи ей. Видишь, как она смотрит. Как мой Бобик, когда у него был заворот кишок. Я боюсь, что нам сейчас дают возможность выбора, и она вполне может погибнуть, если от нашего решения. Ну, давайте нагрубим. Ей здесь не место. Я не собираюсь оправдываться перед Лютиком, если с ней что-то случится. Напомню, что ты должен Лютика из передряги вытаскивать, а не меня. Я умею о себе позаботиться. Ну, хорошо. Но помни. Да, знаю. Когда начнется бой, буду держаться подальше. Пока еще ничего не началось. Мы тут еще долго можем сидеть, дождать. Тогда сыграем в гвинт? Нет. У меня что-то нет настроения. Но вы играйте. Ну хорошо. Основы ты знаешь.
Так что теперь будем играть по-серьезному. Едут! Едут! Вот они! Исцила, оставайся здесь. Работаем. Спасите! Лютик. Лютик, зараза. Плотва, погоня. Работаем. Езжай за ним. Эти, оставь нам. Все поинтереснее. Поехали туда. Так. Придется поискать следы. Давай. Пока все делаем правильно. Но боюсь, что мне сами заведут в какую-нибудь засаду 100%. Так, утопцы, мне нафиг вообще не сдались. Или к этому ведет? Печатки четкие. Конь был тяжело нагружен. Пасека. Не та ли пасека, где мы с вами выполняли задание? Да, похоже, что она. Ну как-то глупо со стороны садника скакать четко по дороге. Пошел бы он через лес. Давай, плотва! Ну такая знаменательная встреча будет с Лютиком. Так долго к ней шли. Столько заданий выполнили побочных и интересных, и не очень. Что следы я в этой встрече надавал бы ему по щам. За то, что он так себя заставил искать. Кто сеет гречку спроса? Эй, эй. Иногда так повезет, что лучше пешком пройтись. Проезжал здесь кто-нибудь? Двое мужчин, один перекинут через седло. Да, кажись, мелькало что-то такое. Туда, налево отправился. Только я бы голову на отсечение дал, что он бабу вез. Потому как такой виск и вопли. Ну, значит, наш клиент. Прямо. Кажется, конь захромал. Вижу. А, это олень. Я думал, они коня оставили и спешились. Так, труп. Людик. Конь. Погоди, плотва. Попахивает засадой. Конь пал, они не могли уйти далеко. Творит. В чем дело? Это я тебя спрашиваю, в чем дело? Какой-то охотник вломился к нам в хату и выставил нас за дверь. Мы и пернуть не успели. Был с ним другой мужчина, такой чернявый. Ну, был. Болтал без умолку. Точно, Лютик. Охотник завалил дверь изнутри. Есть какой-нибудь другой вход? Вроде есть.
И где он? Вот же любопытный. Обычный черный ход через туннель. Так, на случай неприятностей. Мы туда чужих не пускаем. И еще там есть цинц. Вы вообще от этого охотника хотите избавиться? Правду сказать, так мы хотим от всех от вас избавиться. Ну да ладно. Вот тебе ключ. Заходи сзади, через дверь погреба. Спасибо. Ну пошли. Садись сюда. Сюда, говорю. И молчи. Я. Отсюда? Люди внутри, 100%. Тихо. Сейчас такой прямо Rainbow Six будет, проникновение в дом по всем канонам стелса. Открывайся, что ты? Так, ну я надеюсь, смысла нет использовать кошку. Какие у меня гарантии, что ты меня не обманешь? Я пойду туда вместе с тобой. У меня же нет выбора, правда? Тебе всяких штучек по дороге. Ты же знаешь, я в любой момент... А, интересные вещи нахожу. А еще я знаю, что ты этого не сделаешь. За мой труд краски не заплатят. А за живого, как я и говорил, 100 слитков золота. 100 слитков золота, ни больше, ни меньше. Не будь я Юлиан Альфред фон Кранц, виконт де Леттенхоф. У них какая-то мастерская, да? Зовут-то тебя Лютика. Это для секретных. Людик там заливает, я даже у нас он называется ссать в уши. В прямом смысле этого слова. Я тебе больше скажу. Сегодня ты сержант, а завтра. Тихо! Я что-то слышал. Нет, нет, только не кляп! Стой! Чуть-чуть на нас арт не действует. Ладно, попробуем по-другому. Плохо он меня отнял. В тесных помещениях мне никогда не нравилось драться. Ну что ж, господа, мы долго к этому шли. Рад представить вам Лютик. Я думал разрушить это укрепление. Ну что, развязать тебе? Скотина ты такая. Ну здравствуй, северная олень. Геральт, обязательно надо все испортить. Как раз когда я разработал... Как я рад тебя видеть. Давно тебя не было в Новиграде. А что... Пойдем поговорим снаружи. Присцилла! Что ты здесь делаешь? Ты цел? Я за тебя волновалась. Лютик, балабол ты наш. Мы отправились за вами, а то эта твоя девушка всех так пилила, так пилила. А! Жалко, вы не видели, как мы уделали этого охотника. Я хотел это сделать совсем иначе, но... Геральт? Лютик, я хочу тебя кое о чем спросить. Это важно, поэтому сосредоточься. Где Цири? Цири? Я думал, раз уж ты здесь, а вы не встретились? Я не знаю, где она. Я знаю, что ты пытался ей помочь. Я одного не могу понять, зачем ты обратился к ублюдку-младшему. Никто другой просто не пришел на ум. Будь у меня больше времени, я бы решил это как-нибудь иначе. Но Цири говорила, что за ней гонится дикая охота. В сравнении с этим, ублюдок казался мне совсем не опасным. Но что-то пошло не так. Значит, ты уже обо всем слышал. Я надеюсь, ты не очень злишься. Мой план казался замечательным, покуда мы не начали воплощать его в жизнь. Откуда я мог знать, что Менге охотится на Дуду? Наслышан я о твоем плане, а теперь я хочу знать, что случилось с Цири. Когда ты видел ее в последний раз? Мы были на Храмовом острове, убегали от людей-ублюдка.
еще немножко геймплея за Цири. О, тут народу куча. Ладно, пошли. Может, отстанут. Со всеми сражаться смысла вообще не вижу никакого. Слишком много здесь тварей всяких. Вот смысл с ними сражаться, да? Не вижу никакого. Тем более с такой способностью, как у нашей подруги. А, они меня сюда не пускают, да? Да, надо обойти. Прикольно. Такой небольшой коридорчик с большим количеством целей. Ну, то есть я могу пройти через людей, но через бочки и всякие мешки не могу, да? Ну, логично, что могу сказать. Ну вот совершенно не вижу смысла задерживаться, потому что чем закончится, будет так понятно. Придется бросить коней. Лютик, ты чё? Лютик, тебя чё колбасит-то? Лютик, ты обкурился? Понял, надо убить, да? Не вопрос, поехали. Потихоньку будем поманивать. Я понял, что когда много целей, лучше не центрироваться на них. А что, ты не отбиваешь стрелу, что ли? Людик, пошли. Вот, кстати, тот самый храм, о котором я вам как-то рассказывал в предыдущей серии. Приключения. Сначала мы проворачиваем ограбление века, потом спасаемся от охотников. Замечательная история, но хватит с меня этих похвастушек. Пойдем, Золтан. Надо убедить низушков, что они абсолютно ничего не видели. Материала на целый том баллад хватит. И тираж весь разойдется, как свежие булки. А лучшим будет кусок, как стражник перекинул тебя поперек седла, как мешок картошки. Ты заработаешь целое состояние. Еще посмотрим. Похоже, к старости ты становишься все сварливее. Я просто беспокоюсь. О ком? О Цири? Геральт, верь в нее. Ты хоть представляешь, как она дерется? Девочка сумеет о себе позаботиться, уверяю тебя. В любом случае, ей придется вернуться за коробочкой. С нее же все началось. Ты об этом? О, ты забрал ее, ублюдка? Вот Цири обрадуется. Только ублюдок, должно быть, здорово разозлился. Я боюсь, в этом вопросе ничего не изменилось, так что лучше не переходи ему дорогу. Жалко.
Раз уж ты все равно занимался своими делами, мог бы шепнуть ему за меня словечко. Сказал бы, что я и не думал его обманывать, и что если он хоть волос на моей голове тронет, ему придется иметь дело с тобой, а? Нет, ну в следующий раз непременно скажу. Спасибо. Приключения — это прекрасно. Но, знаешь ли, ужасно сложно писать, если у тебя переломаны пальцы. Впрочем, думаю, пальцами ублюдок не ограничится. А Сигероевен, что с ним? У него все хорошо. А это жаль. У меня такое ощущение, что он ужасно на меня зол. Цири говорила, что это? И зачем она отправилась с этой штукой к ублюдку? Она пошла к ублюдку, потому что я ее туда отвел. Я мог бы догадаться, что это был твой план. А что? У нее сломалась магическая штуковина, а у ублюдка был доступ к чародеям, которые могли ее починить. Кроме того, ей надо было разобраться со словами проклятия. Далось Цири это проклятие. Она его снять хотела или наложить, не знаешь? Она вообще не хотела о нем говорить, а я не настаивал. Ровно в тот единственный раз, когда это было нужно. Но я почти уверен, что она собиралась его снять. С кого? Или ее саму прокляли? Нет, не думаю. Мне не показалось, что она проклята. Но она ужасно торопилась. Знаешь еще что-нибудь о проклятии? Какие-то детали, подробности? Ну, я знаю текст. Ты шутишь? Нет, проклятие было по-эльфски, и Цири постоянно повторяла его, чтобы не забыть. Звучало оно так. Вафаэль эляйне каэдмиль фолия. Гладив дорны айптенайт бундроитне ияхус. Мне это ничего не говорит. Мне тем более. Холера, этого мало. Цири говорила что-нибудь еще? Она вообще мало говорила. Геральт, она уже не та девчонка, которая носилась по Каэр Морхен. Да, она по-прежнему живая и порывистая, но она еще упряма и молчалива, как ты. Точно. Она снова ускользнула. Я был так близко. Она приехала сюда из Велена. Там ей, как я понял, помогли. Может, она вернулась обратно? Сомневаюсь. Я поговорил с тамошним бароном, это он помогал Цири. Он сказал, что она уехала в Новиград искать Йен и меня. А Йен на Скеллиге осматривает следы, которые там, возможно, оставила Цири. Ну так что, Скеллиге? Скеллиге. Кончайте трепаться. Теперь моя очередь говорить с Лютиком. Ну тогда я следующий в очереди. Идемте-ка обратно, в Шалфей и Розмарин. Ну, на сегодня с меня приключений достаточно. Думаю, я вполне заслужил миску жаркого и мягкую кровать. Мы 100 лет не виделись. Может, заглянешь, когда будешь поблизости? Конечно. Думаю, мы увидимся довольно скоро. Ловлю тебя на слове. До свидания. И еще раз спасибо за помощь. Ну что ж, как я понимаю, игра отправляет нас на Скеллиге, о чем мы с вами говорили ранее. Но могу бы только рад этому быть, потому что здесь в Велене мне уже кроме как сюжетными заданиями заниматься нечем. Так, вот здесь какой-то квестик появился. Ненавязчивый. Мы того, спасибо тебе сказать хотели. Так что вот, держи-ка подарочек. Портрет иерарха. Как мило. Ой, на самом деле ничего особенного, у нас таких много. Только не говори, откуда он у тебя, ладно? Ладно, бывай. Вот такой вот подарочек. Ну что ж, давайте посмотрим, что мы имеем на текущий момент. Во-первых, по рюкзаку. Шатанишки, перчатки продадим. Так, арбалет пока нам рано. Причем довольно-таки очень рано. Этот меч тоже хуже.
В принципе, по снаряжению меня пока все устраивает, мне все нравится. Мы пришли к какому-то единому знаменателю. Так, мы какой-то там, по-моему, появился у нас новый этот рецептик. Давай быстро пробежимся. Так, тут нам чего не хватает? Давай пробежимся, может, по каким-то негреду, я понял. Запомнил бы. Ребис. Негреда, ребис, блин. Забуду 100%. Так. Здесь все у нас чики-пуки. Негреду, ребис, киноварь. Гидро, блин. Порошки нужны конкретно. Много порошков. Ну ладно, будем иметь это в виду. Тут нужно волков, медведей. Медведей надо убивать, тогда будет все чики-пуки. Ладно. Это отвары. Ну, я вообще ими толком не пользуюсь, только пару раз пользуюсь тем, который увеличивает переносимый вес. Хотя, в принципе, есть там полезные. Действие у них довольно-таки длинное. Так, здесь нам нужно купорос. Короче, порошки будем просматривать все и покупать те, которые нам нужны. Там очень много нужного. Да, ничего полезного мы не нашли. По заданиям. Осталось только идти на Скеллиге, чем мы займемся сейчас с вами. И все остальные дополнительные задания у нас тоже на Скеллиге. Прекрасно. Так, по ведьмачьим заказам у нас пока уровень не позволяет. Хотя вот этим можно было бы, в принципе, заняться. Но не будем. Поставим на попадья. Оставим на попадья. Кстати, я выполнил между сериями, по-моему, перед прошлой серией, лихо-лесное задание. Ну, такое обычное задание, ничего не примечательное. Они в основе своей все одинаковые. Так, ну что ж, я вас поздравляю, друзья. Нам нужно отправляться на Скеллиге. Мы долго к этому шли, и я с торжеством и с гордостью говорю, что в Велине я не оставил, кроме ведьмачьих заказов, ничего. То есть карта полностью зачищена. Кроме вот этого вопросика, как сюда попасть, я так и не понял. Что-то бегал вокруг, с этой стороны не могу попасть. Здесь, в этой деревне, много туманников, мне не по уровню. Вход закрыт дверью. То есть, не знаю, когда я сюда попаду, может, мне в комментариях напишите, как сюда попасть. Может, даже немножко проспорите. Просто напишите мне по сюжету, если я попаду, или все-таки я как-то туплю. Если я туплю, то напишите, как туда попасть. Так, ну что ж, мы отправляемся в ближайшее место к порту. Прям, знаете, такое вот, люблю это чувство выполненного долга. Оно всегда заставляет, такую уверенность в себе повышается. Так, кстати, вот травник, может, у него что можно купить? Прошу! Да не надо меня просить ни о чем. Что у тебя там? Так, есть у тебя всякая вот эта киноварь, всякая шмаль? Может быть, кстати, и есть, только нужно понять, из чего она получается. Надо, скорее всего, изучать алхимию очень тщательно и смотреть причинно-следственные связи. То есть, может быть, нужно эти ингредиенты разбирать, и тогда, соответственно, получим то, что нужно. Но мне так в этом копаться не хочется, честно вам скажу. Просто ужасы. Будь здоров. Так, надо бы найти какого-нибудь торговца, который у нас купит весь мусор. То не хочется на Скеллиге вести весь новиградский мусор. Умный клиент сразу поймет. Так, ты не купил. Да, давай уже поговорим с тобой. Прошу. Что у тебя там? Так, вот он как раз мусор мой весь купит, отлично. Купи-ка у меня вот этот портретик. Все, денежка закончилась у тебя, да? Ну ладно, мы и так неплохо поторговались. Будь здоров. Так, вот сейчас бы еще у нас бы работал броник, да, я бы все скинул. Давайте. И что называется, с новой... Мечи. Начнем новую жизнь с понедельника на Скеллиге. Покажи мне свои-то... Так, ну что, штаны продаем или... Давайте их все-таки разберем, скорее всего. Кстати, вот мы сейчас посмотрим, может быть, мы можем забрать что-то. Что нам нужно? Давай-ка быстро побежимся, может, увидим какой-то порошок. Потому что вдруг я его ношу. Вот, изумрудная пыль, нет. И смогу создать улучшенные зелья. А это, кстати говоря, очень полезная вещь. В любом распаде.
Я от головоглаза мне, кстати, нужен. Для одного из зелий. Да, походу я обломил. Ладно, давай-ка разбираем вот это. Получаем два глифа. Потому что 200 рублей мне, в принципе, сейчас не особые деньги, да? Чтобы париться по этому поводу. Так, чтобы у тебя такое купить-то? И нечего у тебя купить, друг. Нечего. Одни пылюги продают. Ладно, все, с броней заканчиваем. Давайте продадимся. В хорошем смысле этого слова. Так, вот этот я скоро... А, он хуже, чем мой. В любом случае, его можно продавать, да? Угу. Его можно продавать. Ну, в принципе, все. Да? Да. Рунные камни пока храним. Так. Еще последнее, что я хотел бы сделать. Все починить. Ну, у нас все в хорошем состоянии, отлично. Будь здоров. Ну что ж, друзья, вас поздравляю. Мы начинаем свой долгий поход на Скеллиге. На новую локацию. На новую большую локацию. Покидаем Новиград. Может быть, на время. Вполне вероятно, мы сюда еще вернемся. Но я думаю, в ближайшей серии, там 10, 15, 20, мы точно проведем на Скеллиге. Так, я так понимаю, нам нужно просто договориться о плавании. Am I wrong? Or am I right? Кто капитан этого корабля? Он перед тобой. Ну что, вылупился? Да, здесь капитанствует баба. Я должен попасть на Скеллиге. Не на этом корабле. Я хорошо заплачу. Островитяне живут морским разбоем. Я рисковать не собираюсь. Ты плавала туда когда-нибудь? Послушай. Островитяне нападают на всех. Если кого ненавидят, тот же Нильфгаард. На того нападают чаще. Но на самом деле для них большой разницы нет. Однажды взяли меня на абордаж. Хотели, наверное, проверить, капитан я или баба. После той свалки хватит для меня Скеллиги до конца моих дней. Ну ладно, у нас еще три вариантика. Бывай. Я бы сказал, кто ты. Но я прилично молодой человек, на женщине обзываюсь. Откуда я ношу настоящий поток? А мы идем к следующему капитану. Кто капитан? Занят. Да я понял, что ты занят. У меня капитан где? Ну, вон там капитан, походу. Я у него немножко поворовал. Ты капитан этого корыта. А что? Я должен попасть на Скеллиге. Так это лучше вплавь. Никто туда теперь не ходит. Островитяне бьют что наших, что черных. Да ладно. С кланами можно договориться. И кто-то наверняка это уже сделал. Разве что шибанутый Волверстон. Капитан Атропос. Вор, враль и садомит. Такой с дикарями мог сговориться. Где его найти? В свинарнике. Или в золотом осетре. Спроси флягу, тебе его каждый покажет. Ладно. В золотом осетре я уже был, и с этой организацией я тоже знаком. Поэтому давайте чешем туда. И опять дождливо на Новиграде. Все-таки у меня запомнится, как город... Мрачный, дождливый, тоскливый. Но интересный, мы тут повели очень много серий. И, честно говоря, он мне стал уже родным. Вообще, вот меня всегда удивляет это чувство. Во многих играх, но здесь в частности. Договорим после разговора. Ты Волверстон, капитан Атропос. Погоди, я ли Атропос, капитан Волверстон? Ты
Мне надо на скеллиге. Моя Атропос идет на скеллиг. Зерно везу. Только тихо. У тебя деньги есть? Держи. Этого хватит? Мешок тяжелый, как бычьи яйца. Ты что, готов в дорогу? Ты сам-то готов? Ты едва на ногах стоишь. Поясни себе одно. Капитан Волверстон никогда не ходит в море трезвым. Море в одну сторону, Волверстон в другую. Вот и качает потише. Ну так что, в дорогу? Поплыли. Топ. Осталось стременную и на пассажок за удачу. Здоровье мои, Атропос. Поднять паруса. Ну что ж, даже какой-то священный трепет. В принципе, мы на скеллиге могли уплыть уже довольно-таки давно. Очень давно. Но вы знаете, я человек последовательный. Я не умею так вот из одного места в другое бегать. Я люблю вживаться в роль. А я считаю, что Геральт сделал бы сначала все в Велине, а уже потом бы ехал на скеллиге, как мы с вами сделали. Я называю это основательный подход к жизни. И к летсплею в частности. Сделали эффект. Ну что ж, у нас будет новая локация, новая, меньше, но все-таки большая локация, с вопросиками, с заказами, с пещерами, и все-таки это будет другой немножко колорит, это островитяне. Насколько я знаю, он должен отличаться от Велина. Но кто же думал, что мы просто так спокойненько доплывем, а? Работаем. Опа. Я понял, кто нам самую большую проблему представляет. Много вас тут, ребята. Эй, ты чё, огня не держишь, что ли? Ох, их упали красиво. Глаз такой вот мачтой. Прямо какой-то священный трепет. Я уже говорил, но когда на новую локацию попадаешь, прямо непознанность приключений тебя ожидающих прям будоражит. Потому что, наверное, я уже практически все знал, где что находится. Подходи, убью. Я смерти не боюсь. Вижу, меня выбросило на арт-скеллиг. Откуда ты знаешь? На тебе цвета клана Крайт, а арт-скеллиг принадлежит им. Ты плыл на Атропос? Да, я думал, у капитана с вами какой-то договор. Может, с Лугасом он и договаривался, а с Крахом нет. Хотя стоило. У нас тут чужих кораблей не любят. А ты-то чего ищешь на скеллиге? Встречаюсь с чародейкой.
Йеннифер из Венгерберга. Картрольда у Краха гостит, как и вчера. Может, она самая и есть? Кажется, не слишком ты ее жалуешь. И правильно, кажется. Говорят, она обвела Краха вокруг пальца и вертит им, как хочет. Страшно гнусная баба. Командует всеми. Одно слово — ведьма. Как выглядит эта чародейка? Одета в черное и белое. Если б не сиськи, можно было бы принять за касатку. Хотя и с сиськами ее многие спихнули бы обратно в море с большим удовольствием. В Йеннифер много хорошего. Надо только узнать ее поближе. Не сомневаюсь. Знаешь, как попасть в Каэртроды? Как-нибудь попаду. Держи путь на север. Потом повернешь к западу, в сторону залива. И придешь к мосту. Ярл сегодня в порту. И твоя чародейка должна быть тоже там. Спасибо. До свидания. Ну что ж, друзья, добро пожаловать на Скеллиге. Я так понимаю, серые тона здесь будут присущи всему. Много трупов. Много волков, судя по всему, будет. Плотва со мной вместе приехала. Причем не только она вместе со мной приехала. Она еще и пережила кораблекрушение. Ну-ка, что здесь? Ну, пока мне нравится такой колорит, потому что я вот недавно смотрел... Закончил смотреть «Викингов» все сезоны, и мне очень понравился сериал, а здесь, я так понимаю, все будет приближено к ним. Ну, я имею в виду по колориту, там, по рожу. Уже много полезных вещей тут нашел. Согласись. Давай обойдемся, маленько по бережку пробежимся, так. Немножко подышать воздухом. Скеллигинским. Прям предвкушаю, что здесь будет много всего интересного. Какая пещерка тут завалялась, нет? Потому что сейчас нам придется искать все заново. Доски объявлений читать и все в таком роде. Так, это мне показалось, допустим. Я вот думал на корабль забежать. Что-то у меня такой интерес есть к нему. Нездоровый. Давай сбегаем. Посмотрим, что от него осталось. Колоритное местечко. Много ремонтных наборов набрал. Там очень много. Ну, в принципе, я не могу сказать, что я без них не справляюсь, но, в принципе, полезная вещь. В некоторых моментах. Хотя нужно учитывать, опять ремонтные наборы, что когда у вас ломается снаряжение, это не значит, что меч сломается и пропадет, насколько я понял. Просто у него теряются его свойства. Будете получать больше урона и, соответственно, наносить меньше. Уже гнездо чудовищ здесь. Вообще ни сном, ни духом набрел на него. Логово сирен. Надо бы от него избавиться. Самое главное, что сиренка таковых нету. Нет, есть. Вот. Ты одна? Ехидна. Какой-то новый вид. Те же гарпии, только еще и поют. Сейчас прочитаем. Да, ну, соответственно, и новый вид чудиков должен нас посещать. Так, с тебя нечего взять, что ли? Это далеко выпали ее кишки, мне кажется. Давай посмотрим, что логово хранит. Ай. Да что ж такое, Геральт? Ну, химические ингредиенты, которые вполне пригодятся нам при создании какой-нибудь бомбы или еще чего-либо. Перчатки какие-то подобрали, сейчас посмотрим. В принципе, наверное, хотелось бы, да, собрать перчатки школы кота, но в то же время любые подходят. То есть, если, допустим, чисто по визуальному ряду судить, то перчатки особо не... О, вместо силы, нет? Медальон дрожит. Блин, да, силы. Тут просто какой-то клондайк, черт подери, хорошо, что я не стал сразу куда-то идти далеко. Может быть, уровень дадут, нет?
Нет, к сожалению, не дадут. Зато дали очко умения. И это я просто пробежался вокруг корабля. Внизу чудовищ. Место силы. Прикольно, прикольно. Так, ну что, давай посмотрим, что мы там нашли. Перчатки лучше, чем мои, ребят. О чем это говорит? О том, что их нужно надеть. И знак Игнит даже поставить. Где он у нас? Вон он. Отлично. Отлично, эпизодично. Так. В принципе, у нас тоже неплохой арбалет. А вот тут. Плюс один можно продавать. Минус один можно продавать. Это тоже, соответственно, можно продавать. Ну что ж, я предлагаю сделать так. Давайте почитаем, что у нас в глоссарии появилось. Гибриды под названием Сирены. Почитайте про них. И на будущее. Картечь, масло против гибридов, Игни и Аарт. Все наши любимые знаки. Так, ну и чтобы закрыть уже вопрос, почитаем новые записи о персонажах. Бьянка, почитайте, у нас в паузе. Так, ну про Дистру, я думаю, и так все понятно. Концовочку про него почитайте. Дуду. Про Лютика появились новые записи. Про Давида были новые записи, кстати говоря. Я понимаю, что делаю это быстро, но на паузе, кому интересно, поймайте. Про Тайлера, сапожника. Так, вроде все. Но я думаю, мы еще вот этот заговор, связанный с Родовидом, может быть, еще и увидим, потому что такое ощущение, что не было еще. Тема завершена. Я не думаю, что нам просто не дадут возможности с ней поработать. Давайте посмотрим карту. Вот тут мы находимся. Вот наша цель. Надо иметь в виду, что здесь есть еще вот такие вот отдельные островки, на которых тоже может быть что-то. О, точка быстрого перемещения? Заранее? Как-то странно, мне кажется. Такое ощущение, что как будто я там буду. Ну ладно, мы на эти островки в любом случае съездим. Вот здесь, допустим, нету. Не знаю, с чем это связано, здесь опять тоже есть. Не переживайте, мы все это посетим. Стараемся зацепить. Так, ну что ж, план на следующую серию. Мы попадаем вот сюда. Читаем здесь доску объявлений. Потом, скорее всего, прочитаем здесь доску объявлений. Потом побежим сюда. Параллельно захватывая какие-то вопросики. Не будем торопиться, я никуда не тороплюсь. Честно вам скажу. Я какие-то вопросы буду закрывать между сериями, да? Но что-то попадет в серию. Поэтому... Видите, карта, в принципе, не такая большая, как Верин. Значительно меньше. Значительно. Но я думаю, не менее интересно. Давайте на этом эту серию закончим. Начнем приключения на Скеллиге уже в следующей серии. В этой мы снарядились до конца в школу кота. Познакомились. Вернее, как познакомились. Вспомнили про Лютика. И самое главное, прибыли на новую локацию. Это говорит о том, что мы продвигаемся по сюжету и не по сюжету тоже. И, в принципе, если бы эта игра не заканчивалась никогда, я бы не был бы против. С вами был Анибель Плей. Ставьте комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки. Все, пока. Пока.